Місяць Світлана Береза разом з чоловіком у прямому сенсі слова виживають у невеличкій кімнаті без опалення та зручностей. Це все, що залишилось від їхнього будинку, який згорів на початку року. Діти туляться біля родичів, а подружжя мерзне серед руїн. Вот что такое бомж, видите? Иметь все, как говорится, всю жизнь проработать. В таком возрасте ни работы нету, потому что никуда не берут, ни пенсии нету. И вот остаться без ничего. Вот видите, какие стены, не все в морозе, во всем. Вот так мы живем. Остались, короче, на улице, в холоде. И ничего не осталось, ни техники, ни детской, ничего. Ни документов, ничего детских. Сейчас надо там дочке диплом, надо какие-то документы. У нас ничего. Стеля після пожежі на швидку руч підбита брезентом. У ньому зібралась вода з пожежних гідрантів, яка зараз замерзла, але з першою швидлигою потече в кімнату. Пані Світлана спокійно говорити про те, що пережила, не може. Важко відчувати себе непотрібною тим, хто, можливо, опосередковано чи умисно своєю байдужістю та бездіяльністю довів ситуацію до критичної. Світлана переконана, її будинок підпалили. Постояв на заваді чужим планам. Люди, я тоже жила, я тоже, у меня было все, ну, в один момент его не стало, но это же может быть с каждым, а? Я никому не желаю иметь таких соседей, или кто эти вот люди, которые без, при милиции, при всех угрожают, и на них нет никакой управы. Війна за землю в Україні – явище довготривале. Іноді невеличкий клаптик чорнозему чи навіть суглинку може спричинити багаторічний конфлікт та ворожнечу між сусідами. Саме кілька соток землі 7 років тому посварили сім'ї Берези та Смульських. У 2007 році Світлана Береза придбала будинок у садовому товаристві «Заріччя» у Мішково-Погоріловому Жовтневого району. Поки давали йому лад, у подружжі з трьома дітьми це єдине житло. У 2009 році жінка почала оформлювати усі необхідні документи, аби отримати право власності на помешкання, а через рік – на землю. Пошла в адміністрацію, мені об'яснили, що мені не так-то просто це зробити, так як мій участок знаходиться на трьох землях. Один кусочок вийшовся із кооператива, десь там около сотки, чотири десь сотки вийшло у мене, как... не, не чотири, там, ну, немного вийшло соток, я не знаю вже точно. Короче, із земель загального користування кооператива. І третє із Погореловського сільського совету з адміністрації. Ну, от я, що в кооперативі, мне выдали бумагу. После я подала на собрание кооператива и просила людей, чтобы мне выделили эту землю из загального користования, так как уже там есть строение. Оно было там с 88 года, это строение. Ну, решением собрания мне выделили этот кусочек. После я пошла к Облукову, у сельский совет. Там написала заявление на решение сессии, что прошу еще 3,5 сотых, чтобы вот этот двор, вот это все, что, ну, огорожено, что я приобрела, чтобы было, ну, узаконил. Каблуков решением сессии выделили мне этих еще 3,5. В итоге у меня получалось так примерно, ну, 8,5 я просила сотых. Когда вот это приехал кадастр, в Укрземі замовила документы, приехал кадастр, засняли, и там оказалось 8,79. У цей же час Жовтнева райдержадміністрація погоджує виділення 2 гектарів рілі на території Воскресенської селищної ради, що межує з землями Мішково-Погорілівської сільради, у власність Олександру Смульському, жителю Воскресенська. Але у 2010 році вносить зміни до рішення – 25 соток землі наділити в межах Мішково-Погорілівської сільради, а решту – з воскресенських земельних запасів. Нам перше розпорядження давалось на 2 гектари. Ну, коли там йдеш, ревізія землі, налічує, дивляться. Ми, допустимо, маємо право, то, як і не то, що бувші члени колгоспу там і так далі. Ну, в общем, надається людям для особисто селянського господарства 2 гектари. А потім дивляться, перше розпорядження було на 2 гектари. Потім дивляться, от, проектний інститут, дивиться, що такого количества немає. От, є, значить, уточнення, тобто розпорядження, яке уточнює, скільки все-таки надати людині та землі. І вийшло там, що гектар і 9 сотків. Дивились та не догледіли усі ті, хто має, напевно, належну освіту у справах земельних. Виділили, погодили, узгодили, ще й затвердили документи на оформлення приватизації земельних ділянок Смульським і Березі.
Але після таких узгоджень власники воюють вже 7 років. У 2012 році Світлана Береза отримує державний акт на право власності земельною ділянкою з кадастровим номером, як годиться. Майже через 2 роки державні акти на декілька ділянок по сусідству отримує і Олександр Смульський. І все б мало своє логічне завершення, якби не одне «але». До земель Смульських увійшла частина земельної ділянки Світлани Берези з будівлями. Ну, как получилось? Этот человек, который претендовал на эту землю, он работал в кооперативе сварщиком и работал водолеем. Он знал просто, где какие участки не приватизировали. Том, и еще что было, он был членом правления кооперативу. Этот человек знал, где какая земля не приватизирована. Когда он рассмотрел, что здесь целая, как говорится, улица неприватизированных, он решил, что он может это взять. И вот тогда вот это все и заварилось. Поряд з ділянкою пані Світлани ще декілька соток чорнозему, якою десятиліттями користувались інші члени садового товариства. Розповідають, що у 90-х тут була захаращена територія та сміттєзвалище. Отже, аби отримати додаткову землю біля своїх дач, люди почали її обробляти. Ділянки обгородили, посадили дерева. Члени кооперативу й досі не можуть втямити, чому землю в них забирають, а намір її приватизувати можновладці ігнорують. Здесь происходит попытка отторжения земли, на которую имеют точно такое же право все остальные участники кооператива. Эта земля ничья. И попытки членов кооператива эту землю законно как бы получить наталкиваются на такую немоту властей, которые могут как бы решить вопрос. Кому-то ж удалось? Ну, вот люди, которые делают вид, что это их земля, они даже предъявляют какие-то документы, правда, я их не видел. Вот. Кто эти люди? Эти люди тоже члены нашего кооператива. Фамилии их Смурские. Вот. Они терроризируют вот всех, к кому прилегает эта земля. И пытаются ее сделать своей. Ще у 2010 році члени кооперативу звернулись до суду з позовом, аби той відмінив рішення Жовтневої райдержадміністрації про виділення земель Смульському, адже вони самі довгі роки господарювали на ній. Але суд відмовив. Мовляв, рішення райдержадміністрації виділити землю Смульському було прийнято у квітні, а заяви на приватизацію від інших надійшли лише у травні. От, а це, які ми приватизували землю, це землі запасу. Тобто вони ніякого відношення до СТ Заріччя не мають. Судами, от вони претензії до нас пред'явили, що там вони 20 років обробляли кусочки там землі, саме які вийшли за межі СТ Заріччя. Подають вони в 10-му році, подають на Миколаївський адміністративний суд. Їм відмовили. Дуже проста причина. Землі не були більш ким заявлені, крім нас. Їм всього-навсього треба було не 20 років використовувати землю, а її офіційно треба було оформити. Люди обурені. Говорять, що землю Смульським оформили з порушенням, бо сусідів не запитали, чи ті згодні. Я раніше ще подавав на приватизацію, раніше їх. І мене якось не пройшло, ні документи десь затерялись, а у них вийшло. При приватизации вот этих вот земель ни с кем согласованы эти межи не были. На технической документации Смульского в части согласования я написал о том, что значит было такое, что отказано в согласовании в связи с тем, что межи не установлены, не определены, где проходит граница. Если люди получили этот участок, то явно видно, что за всем этим стоит какой-то скрытый смысл. Потому что получение земли, я так понимаю, должно быть согласовано со всеми соседствующими сторонами, правильно? Вот. Мне никто такой вопрос не задавал, а я такой вопрос задаю. Откуда у этих людей право на этот кусок земли? Ми намагались почути від керівництва Жовтневої райдержадміністрації хоча б якусь відповідь, але марно. Виконуюча обов'язки голови Тетяна Коновалова спілкуватись на цю тему не захотіла. Мовляв, на посаді віднедавно, а дозвіл видавали ще попередники попередників. Сьогодні ж у цій водоверті і потонути недовго. Затвердити громадянці України Березі Світлані Сергію проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 139А загальною площею 0,879 га. Розробник «Укрприватзем». Вони не хотіли робити цей проект. Вони бачили, вони люди грамотні, бачили, що вони залазять і забирають землю в других. А вони під тиском. Хто на них тиснув? Ну, чи з області, чи з району. Фамілії вони не називали, але тут ясно, що Готовський, Ракова – це в першу чергу. Я-то, по ідеї, робила, ну як, как положено эти документы. Он нигде не согласовывал ни с кооперативом, ни с соседями, ни с кем. Он пошел в администрацию, конкретно к Готовскому Сергею Михайловичу, которому просто сказал, что вот там есть неприватизировано, отдайте мне его. Вот они нарисовали. Этот человек пошел, еще есть у нас такая Шкрибак Анна Ивановна. Я тоже к ней ходила и спросила, ну что же это творится такое, почему у меня уже есть документы, а вы даете сверху им. Ну она сказала мне такие слова, что конкретно к вам ничего не имею, но вот так, если я сделала, я никогда и никому своих документов не переделываю. Намагаємось з'ясувати причину у земельному відділі Жовтневого району. Тут визнають, проблема нібито є, але вирішувати її не в компетенції відділу. Участок, который есть зарегистрированным за Смульским, в какой-то степени он накладывается на участок березы. Почему так произошло? Корень этой проблемы лежит на стадии разработки технической документации как по березе, так и по Смульскому. Когда произошла ошибка, достоверно вам сказать не могу, потому что это нужно выявлять, выяснять этот факт, кто именно допустил эту ошибку. Мы можем что-то либо изменить только на основании решения суда. У нас земельный, в том числе и администрации, в курсе дела, для чего и от чего это творится. Это я заявляю конкретно. Потому что я сюда приезжала и говорили мы на эту тему, в том числе и вы там были. Значит, такой вопрос. Эти Смульские подготовили эти 2 гектара земли. Изначально эта земля выдается для того, чтобы ее обрабатывать. Это сельскохозяйственная земля. Они ее выделили, изначально поделили на 3 части, так как Смульские хотят ее продать. Им надо вот это вот все продать. А для того, чтобы продать, я, получается, на 2 кусках. Вот один не могут продать, и второй, потому что мой участок посредине 2 кусков. И вот меня надо убрать, понимаете, чьи? У меня здесь же нашим кадастром, это их было здесь не один, не два, они в курсе говорят, да подпишите вы их, пусть продадут. Ну и что мне делать? А у меня нет другого жилья, это не то, что у меня дача, я там просто хочу, это не для роскоши, у меня нет другого жилья. Сейчас меня испалили этот дом. Вы понимаете, что у меня негде жить, я живу в деревянном строении. Люди, да что же вы, это же без войны война. Это что это у нас за путинщина здесь творится, а? Мое мнение такое, что все вот эти товарищи, которые здесь находятся, вот, проживают, ну, в смысле, пользуются этим участком, они городские люди, инженер-технические работники. У нас, кстати, вот этот вот весь садовое товарищество «Заречье» было организовано на базе научно-исследовательского института дальней радиосвязи НИИДАР. Люди работали, как говорится, занимали на земле, занимали ну, участки, как говорится, там старались больше. А Смульские, они люди сельские, вот. У них чуть-чуть отношение к земле другое. Они, значит, это, у них единственное, что есть, это земля, товар. Вот. И они поэтому, значит, Смульские имеют сейчас на территории товарищества 3 участка. Значит, было 5, 2 они уже продали. Вот, участка, причем, значит, им выделили бесплатно, значит, 2 участка. Они их мгновенно приватизировали. И через некоторое время продали по 3000 долларов каждый. На эту вот часть, вот на эту вот вроде бы есть вот покупатель, на эту вот часть уже так нашли. Они хотят поделить и кому-то там этот продать. Вот они занимаются чисто коммерцией, поэтому сейчас они готовят вот этот вот участок на покупателю на продажу. Поэтому все убирают, учищают, значит, так сказать, убирают все эти вещи там, и, ну, чтобы представить, как говорится, какому-то покупателю этот участок более-менее в таком виде нормальном. Юристи громадської організації «Об'єднання правосвідомих громадян» не перший рік допомагають людям у вирішенні подібних питань. Адвокат Іван Штіль зазначає, першою отримала державний акт на право власності земельної ділянки Світлана Береза. Отже, саме вона вважається повноправною власницею спірної землі. Спорність ситуації заключається лише в тому, що
данный человек предъявляет претензии на этот земельный участок. Если бы у него были законные требования, законные основания для того, чтобы, скажем так, владеть этим земельным участком, он бы уже давным-давно обратился в судебные органы, либо какие-то государственные органы, которые предприняли бы меры, установили эти границы, и он бы свободно пользовался этим земельным участком. Так как на сегодняшний день, исходя из той документации, которая у нас есть, которую мы изучили, таких оснований у него нет, то получается он пользуется другими методами, не совсем, скажем так, которые входят в рамки закона. Учасники земельного конфлікту розповідають, аби забрати свою землю, їхні опоненти взяли у руки зброю. Поки що сільськогосподарську. Пользовали землю запаса уже сколько, 20 лет. Вот смольские пришли, вот, разобрали забор наш, спилили орех, который на участке 20 лет или 25, этот вот абрикос. И бежит ко мне с вилами, говорит, я сейчас еще подойдешь с вилами, зарезу, заколю. А потом взяла обратной стороной вил, и вот в грудь мне ударила, и в нос сюда. Картину, которую вы видели, когда выехали на место, то действительно там как бы есть следы явного, скажем так, крушения, то есть заборов, разворовывания. Ну, скажем так, создать невыносимые условия для этих жителей, чтобы любыми путями они, скажем так, покинули эти территории, и люди благополучно достигли своей цели, то есть завладеть этим участком и, скажем так, заниматься своей деятельностью. На сегодняшний момент как бы наше намерение действовать в двух направлениях. Первое, во-первых, это инициировать уголовное производство в отношении должностных лиц, которые способствовали выделению, скажем так, вот этому захватчику, будем так его в кавычках называть на сегодняшний момент, земельные участки, как бы это раз. Ну и плюс по каждому отдельному факту применения насилия к жителям и по повреждению имущества, в том числе и поджогов, скажем так, их жилых домов. Второй момент – это обращение в административный суд от лица кооператива дачного с тем, чтобы отменили, естественно, акт на землю, который выдали захватчику, поскольку ну, действительно он является явно незаконным. Ну, по очереди он, в принципе, был получен уже, скажем так, намного позже. И не заметить, скажем так, что в земельном кадастре уже обозначены четкие территории кооператива, ну, знаете, просто было невозможно. Тем более, это является обязанностью органа, который выделяет земли в натуре, составляет документацию и впоследствии присваивает им кадастровый номер и вносит в соответствующий реестр. Обидві сторони конфлікту калатають у дзвони та шукають допомоги у кабінетах чиновників і правоохоронців. Але, скоріш за все, остаточну крапку у цій побутовій війні зможе поставити лише суд.